Мотор! Начали! Уважаемые покупатели, до конца света осталось 50 минут. Просьба поторопиться с покупками. Мы были рады обслуживать вас. Спасибо за внимание. Слава тебе, Господи, наконец-то. А хорошо, что от солнца кусок оторвался и на нас сегодня грохнется. Хуже, если б зомби. Или другая какая чертовщина. А ты что ж, ласточка, одна денёшенька здесь, а? Меня директор Тамара Николаевна попросила сегодня поработать до последнего клиента. В такой день? Угу. Мишаня! Ты прикинь! Чё ты там? Да иду я, иду. Айда с нами, а? Спасибо, но я как-нибудь здесь, в подвале. Я уже всё приготовила. Сдачи не надо. Красавчик. Может, с нами, а? Спасибо. Ты Гуля? Вот ты-то мне и нужна. Ты куда? Постой! Какой сегодня день?
Сегодня конец света! Мне готовиться надо! Все верно! Я научный сотрудник Меркуриев! Я прилетел из далекого будущего! У меня ничего нет! Я кассу закрыла! Ты меня не бойся! Я хороший человек! Я ничего плохого тебе не сделаю! Извини, пожалуйста. Не ушиблась? Я не хотел. Джиндабер! Не бойся меня, пожалуйста. Я хороший человек. Ты Гуля, а я Меркуриев. Ты родилась в 1984 году? Беременная? Все верно. Гуль, ты не поверишь. Именно ты должна стать матерью спасителя человечества. Я вот сейчас руку уберу, ты не будешь орать? Ну и очень хорошо. Стой же! Конец лета наступает, а спаситель так и не зачет! Не синхронизировано все! Не синхронизировано! Гуль, ты понимаешь, какая это честь быть матерью спасителя? Надо было бы на неделю раньше бы телепортироваться. Тогда бы у меня был бы шанс влюбить тебя в себя. Да вы на себя посмотрите! Ну да. Не красавец. Но зато я ценный специалист. Да может, вы все подстроили? Чем докажете? Да ничем. Потому что связь этой долбанной диспетчерской не работает. Но зато я знаю, что первая твоя любовь закончилась печально. Знаешь, что любили учителя тебя в школе. А еще ты мечтала выйти замуж за богатого. Гуль. Поверь, расчеты показали и доказали, что ты избранная. Ты откроешь дверь? Да, если честно, ты мне вообще не нравишься. Постой. Ты правда не врешь? Эх, Гуля-Гуля, а зачем мне врать? Знаешь, то, что я тебе сказал, что ты мне не нравишься, это я сгоряча. Правда, ты очень красивая. Спасибо. Пожалуйста. Начнем? Как? А не порочно. А непорочный, это как? Я тебе покажу. А можно без света? Да, лучше без него. Меня, кстати, Саша зовут. Красивое имя. Спасибо.
Тихо как. Ага. Саша, а что теперь будет? А все будет хорошо. Мы же теперь с тобой одна семья. В Ташкент поедем. Я там ни разу не был. Говорят, ох, как там красиво. Не знаю. Я же из Бишкека. А ты что, не из Ташкента? Нет. Супермаркет номер 5? 7. Ну все, Оля, нет. Таня. Галя. Нет. Гульнара. Есть. Точно, паспорт, что ли, показать? Мама русская, папа татарин. Не беременная? Нет. Вот это мне и нужно. Я прилетел к тебе из далекого будущего. Зачем? Ты не поверишь. Именно ты должна стать матерью спасителя человечества. Заходи. Стоишь, Гуль, товар сейчас привезут. Вот я вчера напился-то, а. Конец света, его взяли, отменили. Значит, он успел. Все успел. Ну что? Да ладно тебе, не тушуйся. Все ж хорошо было. Все у нас получилось. Угу. Еще бы! А я всегда знала, что я особенная. А вот Вася этого никогда не замечал. А кто такой Вася? Муж мой. А у тебя что, есть муж? Ну да. Вот он удивится, когда узнает. Да уж. Что-то не так? Да вроде. Y в квадрате равен гипотенузе. Куб в квадрате Саша. Равен синусу в четверти. Об этом должна узнать вся страна. О чем? Ну о тебе, о поступке твоем, о нас.
Ты куда? Мне нужно прогуляться. Но ты же еще вернешься. Ага. Пообещай мне, мы же теперь одна семья. А Вася? Да за Васю не переживай, я с ним сама потом поговорю. Саш. А? Ну ты так, что ли, пойдешь? Саша! Я ищу Гулю Костюшу. Гулю? У меня выходной сегодня, она в ночь работала. А как мне ее найти? А вы у директора спросите, Тамара Николаевна, прямо по коридору. Ой, спасибо. Здравствуйте, Тамара Николаевна. А где мне найти Гулю? А вы кто? Я? В конце коридора все свалим. Да не туда вы товар понесли! Я же вам 100 раз говорила, сначала место освободите, а потом накладывайте. А куда этот одевать? Полдня уже туда-сюда носим. Подсобку несите! Так я же вам объясняю. Из будущего. Настоящий ученый. Нет, все рассчитал. Меркурьев. Как это кто? Я мать спасителя человечества. Вчера накануне изучали. Ну еще бы. Кусок от солнца отвалился, чуть на землю не упал. Вот и пришлось спасать. Конечно, все верно. Жду. Вась, ну ты обиделся, что ли? Эгоист! Да, Кирилл Алексеевич, мы на месте. Готовимся. Сюда! Стой, стой! Да бежим мы, бежим! Витя, ну что ты там? Да бегу я, бегу! Да не суетись ты. Звук есть? Долго еще ждешь? Какая квартира? Погнали. 48-я. Давай быстрее. Очередь! Саша, ну ты где ходишь? Мы тебя ждем, не дождемся. Пойдем. Здравствуйте, вы тот самый Меркурьев? Да-да, это Александр Викторович. Ну, проходите, присаживайтесь. Наденьте ему микрофон. Угу. Мать спасителя в центре? Поменяйтесь местами, пожалуйста. Так лучше? Нет, давайте все-таки как было. Вот так хорошо. 30 секунд до эфира. Вот-вот, да. И никогда не забывайте, что труд сделал из обезьяны. Подписанные работы, незаконченные. Вкладывай на первую парту все. На следующем уроке продолжим. Еще вчера мы были в ожидании конца нашей планеты. А сегодня задаемся вопросом, почему этого не произошло. Ответ перед нами. Мы все обязаны этим людям. Саня! Меркурьев! Ты что там делаешь? Представьтесь, пожалуйста. Это Василий, мой муж. Вась, скажи что-нибудь. Да ну, ну. Меня зовут Гуля. Я мать спасителя человечества. А вот он, отец спасителя, Александр Викторович Меркурьев, ученый из далекого будущего. Я хочу все объяснить. На самом деле я... На самом деле все его расчеты показали и доказали, что я избранная. Перед нами необычная семья. Александр, скажите, пожалуйста, сегодня мир перед вами в долгу. Как человечество может вас отблагодарить? У меня не было выбора. Иначе бы мне никто не поверил. Но мы вам верим. У вас есть какие-то пожелания? Денег, Саня, просить! Денег! Я хотел бы сказать, что... Так как у нас сейчас в семье намечается пополнение, то нас остро интересует жилищный вопрос. Квартиру бы нам побольше. А то сейчас мы живем на съемной квартире. Чё ты, а? А это очень некомфортно. Я уверена, это учтут. Александр Викторович, у вас, как у представителя будущего, наверное, есть послание нам, людям настоящего?
послание? Я просто хотел спасти планету. Спасибо вам. Хорошо сказал. Ирина Евгеньевна всех срочно собирает. Вот, отпустила на больничный. Ну и чем, скажите, он заболел? Живой-здоровый интервью раздает? Выдает себя за какого-то ученого из будущего. Проходите, Алексей Владимирович, присаживайтесь. Меркуриев, кажется, ваш друг? Мой. Может, вы в курсе происходящего? Конечно, он людей спас. Но это еще надо проверить. А что это проверять? У него все рассчитано. Начало учебного года. У меня дети на ушах без физики. А у него, видите ли, все рассчитано. Mm-hmm. Значит так, если он завтра не явится в школу, я с ним разберусь лично. Тоже мне ученый из будущего. А что вы стоите, Сергей Сергеевич? Пойдемте, помогать мне будете. Дурак ты, Сережа, а не фаворит. При других бы обстоятельствах. Но в данной ситуации я... Я не хотел. Спасибо тебе. Саш, ты, конечно, герой. Да, безусловно. Но я не знаю, как там у вас, может, по-другому. Но у нас здесь, у нормальных женщин, должен быть один мужчина. А два — это ненормально. Нет. То есть, да, я не претендую. Ты извини меня, пожалуйста, но мне нравится другая. Мальчики, пойдемте за стол. Саша, пойдем? Че, совсем, что ли? Угощайся. Ой, нет, нет, спасибо, я не пью. Я не настаиваю. И не куришь, наверное. Ага. И спортом, наверное, занимаешься, да? Иногда бегаю. Вот пример для нашего Витьки. А кто такой Витька? А, так сын наш. Мы его к бабушке отправили, а забрать не успели. Ну, все так внезапно началось. Сын? Саш, давай я тебе компотика налью. А можно мне это? Ну вот, а то бегает он. Ну, рассказывай, как там у вас в будущем? Ой, Саш, я тебе все-таки компотика налью. Да, Татьяна, да, мы находимся во дворе Гульнары Сергеевой. Ажиотаж вокруг события, связанного с ней и пришельцем из будущего, набирает обороты. Народ буквально стягивается сюда, чтобы стать свидетелями этих событий. Здравствуйте. Здравствуйте. Перед нами люди, уже вступившие в контакт с гостем из будущего. Расскажите поподробнее, как это было? Это мы с ним первые в контакт вступили. Сидели, выпивали, по случаю. А тут он идет. Ну, мы его пригласили присоединиться к нам. А он важный такой, говорит, не до вас мне. Ну, мы и обиделись. Это он обиделся, я нет. Мишане костюм его понравился. Ну, мы его и раздели. Ну, мы же не знали. Вот костюм. Хотим вернуть и еще извиниться хотим. Александр, извините нас, пожалуйста. Да.
Леша, это я, Саша. Саня? Мне кажется, я ошибся в расчетах. Вначале я вступил в контакт с Пьерой Гулей, но ошибся в супермаркете. А затем вступил в контакт, со второй Гулей. Какой второй Гулей? У которой оказался ребенок, да еще Вася. Подожди, я запутался. А какая Гуля правильная? Я не знаю. Наломал я тут дров. Успокойся. Ты, главное, выберись оттуда, а мы что-нибудь придумаем. Хорошо. А. Алло, алло. Леш. Надо было мне вместо него ехать. Администрация президента Геннадий Постричев. Очень рад. Без лишней скромности хочу сказать, что для меня огромная честь сопровождать вас лично. У нас сегодня насыщенный день, запланирован ряд важнейших мероприятий, но для начала скажу, что мы учли все ваши пожелания. А куда вы нас везете? А это сюрприз. Александр Викторович, ваш костюм. Примите наши извинения, виновные наказаны. Дикари. Спасибо. Не за что. Александр Викторович, конечно же, наш президент хотел бы вручить вам ваш костюм лично, но сейчас он находится на секретном объекте, из которого мы его выпустим через 72 часа. Главы других государств также хотят очень вас видеть, но в данный момент они возвращаются из космоса на Землю. А наш что, не улетел? Наш президент посчитал, что его долг остаться с народом. А я даже не сомневалась. Среди нас всегда находятся отважные люди, которые готовы эффективно и своевременно отреагировать. Я хочу дать крайне положительную оценку и поблагодарить Гульнару Сергеевну за ее крайне важный для мира поступок. И особенно я хочу выразить благодарность Александру Меркурьеву за спасение нашей планеты. А я его знаю. Ученому, который прибыл к нам из далекого будущего. Ну ты, Гуля, выдумщица. Замуж тебе пора. Казалось, неизбежной катастрофы. С нетерпением жду встречи с героями и с вами, мои дорогие россияне. Вы звали? Да. Собираемся, едем в Москву. Прошу вас. Ваша новая квартира. Третья.
Ишь, снежная! Сегодня все наше внимание приковано к Москва-арена. Именно там пройдет торжественное чествование спасителей человечества Александра Меркурьева и Гульнары Сергеевой. Также ожидаются международные делегации из развитых стран, которые прибыли в наш город уже сегодня утром. Держись, Саня. Прорвемся. Чего только не напишет про этого Меркурьева. А вы тоже не верите в эту ерунду? Да нет, конечно. Вот разумный человек. А кругом все как будто с ума посходили. Ну так понятно же, что он не из будущего. Это сущность иного разума. Инопланетянин. Футболки, футболочки, 1000 рублей. Покупай, не робей. Футболки, футболочки. Ты что? 1000 рублей. Купить хочу, покупай, ты туда же. Не робей. На память. Нечего тратить деньги на всякую профанацию. А мне этот Меркурьев вообще не нравится. Да не говори, страшненький какой-то. Да все ученые такие. Гуль, а ты как считаешь? Не в красоте же дело, а в поступках человека. Александр Викторович, я думаю, вам будет не безинтересно пообщаться с вашими коллегами из прошлого, а скорее даже им с вами. А давайте не поедем. А давайте поедем. Вы, Александр Викторович, недооцениваете масштабы вашего поступка. В научном центре все с нетерпением ждут вас. Александр Викторович, вам туда. Проходите, присаживайтесь. Александр Викторович, вам сюда. Хорошо отсюда. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Позвольте вам представить наш ученый из далекого будущего Александр Викторович Меркурьев. Хочу предупредить сразу, у нас очень мало времени, поэтому, пожалуйста, прошу вопросы по существу. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как вы к нам прибыли? Можно вопрос? Как там сейчас? Из какого года вы сейчас? Я позвоню в машину времени. Существует ли в будущем межгалактическое отношение? У меня важный вопрос. Стоп, господа, так дело не пойдет. Давайте вопросы, пожалуйста, по порядку. Дама в третьем ряду, прошу вас. Как вы рассчитали, что Гульнара Сергеева должна стать матерью спасителя? Саша.
извините, конечно. Я думаю, коллеги со мной согласятся. Но это какая-то Филькина грамота. Позвольте, но я с вами не соглашусь. Это действительно достойно внимания. А вы меня не перебивайте. А вы мне не указывайте. Вы меня не перебивайте! А вы мне не указывайте! Это кто Филькина грамота? Это я, что ли, Филькина грамота? Вообще, что ли? Ну, Костя! Вообще, нет, ну столько понаписал, а они... Тебе нельзя волноваться в твоем положении. Ну. А можно воды? Да, конечно. Спасибо, Саша. Ну, а сейчас куда вы нас везете? Голуби кому? Голуби сюда. Спасибо. Александр Викторович, сразу после того, как вас объявят, вы выходите на сцену, выпускаете птичку и произносите торжественную речь. Речь? Ну да, речь, пару слов от себя. Затем выходит Гульнара Сергеевна. Я без Васи не пойду. Хорошо, пойдете с Василием. Андреевичем. Андреевичем. После этого церемония награждения. Конечно, пришел в себя, но еще очень взволнован, бредит. Мы ему дали успокоительное, пока лучше его не беспокоить. Воды? Ага. В эфире экстренный выпуск новостей. Вы из будущего? Нет, и он тоже. Откуда вы его знаете? Никакой он не ученый. Меркурьев Александр Викторович... преподаватель физики в школе номер 4 Бойковского района. А я директор этой школы Ирина Евгеньевна Добровчук. У меня дети без физики. У вас есть доказательства? Да. Вот все документы Меркурьева. Вот его трудовая книжка, копия его паспорта. Так значит, Меркурьев самозванец? Мошенник? Прокомментируйте, пожалуйста. Вася. Васенька, это какое-то недоразумение. Васенька, не надо! Сюда иди! В какой палате находится Александр Викторович Меркурьев? Саня, это я. Леша. Смуром.
план такой. Они думают, что ты в бега подался. Из города уехал. Они все за тобой в погоню. А мы не дураки. Мы здесь пересидим. Они через 12 часов вернутся, нас там не найдут. А мы в этот момент из города уедем. А? Что же я наделал? Да не убивайся ты так. Я Гулю обманул. Даже двух. Если б весь мир, если нас поймают, точно посадят. Ты-то здесь при чем? Как соучастника. Копать начнут, допрашивать. Это та самая формула? Да, это мои расчеты. А, слушай, Сань, а ты придумал, что ты скажешь этой Гуле? А я скажу ей, что я учитель физики, что согласно моим расчетам, она должна стать матерью спасителя человечества. Ты что, совсем ку-ку? Хочешь, чтобы мы все погибли? Она тебе не поверит. А что мне еще остается ей сказать? Ну, скажи, что ты научный сотрудник. Да какой я научный сотрудник? Да подожди. Скажешь, что ты прилетел из далекого будущего. Что расчеты показали и доказали, что она должна стать матерью спасителя человечества. В это любая поверит. Так и сказать? Так и скажи. Только не тушуйся. Для убедительности я тебе костюм сошью. Я даже не знаю. Сань, жизнь человечества в твоих руках. Но если ты не готов, то могу я. Лучше я сам, иначе мы точно погибнем. Точно-точно, как соучастника посадят. Спросят, кто вам костюмчик шил? Я тебе не выдам. Не поверят. Пытать начнут. Там знаешь, какие спецы по этому делу. Что же мне делать? Для начала залечь на дно. Я знаю одно место. Я должен перед ней извиниться и попрощаться. Саня, мы рискуем, у нас мало времени. Это она? Да. Которая из двух? Первая. Вот она. Останови. Давай только по-быстрому. В нашей ситуации не до сантиментов. Гуля! Что ты здесь делаешь? Я к тебе пришел извиниться. Ты прости меня. Я не хотел тебя обмануть, честное слово. Что ж ты натворил, Саш? Как же ты теперь людям в глаза смотреть будешь? Гуля, он хотел как лучше. А это кто? Тоже из будущего? Нет, это мой друг. Он учитель труда. Что ты теперь собираешься делать? Не говори ей! Залягу на дно. Ну вот. Проболтался! Ладно. Прощай, Саша. Если у тебя есть сердце, то пусть оно болит. У меня болит, потому что ты его разбил. Гуля! Саня! Айда! Поешь, а то ты за эти дни совсем оснулся. Нет, спасибо. Понимаю. Тебе сейчас нелегко. А ведь она в меня влюбилась. А в меня никто никогда не влюблялся. И я тоже в нее влюбился. Взаимно получилось. Чем дольше я не вижу, тем больше люблю. Ночь была
трава в росе, про меня счастливая говорили все. И сама я верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. Саня, Сань, смотри! Пора сматываться. Мне нужно позвонить. Кому? Другой Гуле. Не знаю, жалеть тебя или завидовать. Гуля? Да? Не вешай, пожалуйста, трубку. Я тебя умоляю. Я слушаю тебя, Саша. Скажи ей! Пусть она на тебя в суд только не подает. Ты главное знай, я не хотел тебя обманывать. Правда? А меня проверили. Оказывается, я не беременна. Слава Богу. Теперь я не особенная. А как там Вася? Переживает. Но это пройдет, он у меня отходчивый. Мне пора. А куда? Я не могу тебе сказать. Телефон могут прослушивать. Береги себя, Саша. Прощай. Мы засекли его. Он все это время был в городе. Выдвигаемся. Выдвигаемся. Кино смотрели. Явно кто-то помогает. Скорее всего, они работают в паре. Я думаю, гораздо больше. Что будем делать? Работать. В смысле? Искать. Искать. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизвестном. Вот и приехали. Моя деревня, вот мой дом родной. В этом доме я родился. Айда! Просторы. Тут тебя точно никто не найдет. Поживешь, обживешься. Ну и я помогу, если что. Не ушибся. Ой! Ладно, мне пора. Ну ты не грусти. Все обойдется. Ты думаешь? Конечно. Еды тебе хватит еще надолго, а я через неделю приеду. Давай.
И это, дверь на ночь закрывай. А то мало ли чего. Места тут дикие. Саня, привет! Почему ты так долго не приезжал? Похоже, за мной следили, пока я ехал. В общем, пришлось уходить от хвоста. Не знаю, с чего и начать. Ты лучше присядь. В общем, картина такая. Квартира твоя обчатана, в школе висит приказ о твоем увольнении. В лаборатории твоей был обыск, и вот еще что. Это распечатка с сайта Интерпола. Ты объявлен в международный розыск. Вознаграждение – $1 000 000. Ой. Но ты не бойся, я тебя не выдам. Ты, главное, почаще улыбайся. Ты прав. Так легче будет. Верно? Новую жизнь начнешь, хозяйство заведешь. И я тебя не брошу. Спасибо, Леша. Саша! Гуля! А как ты здесь оказалась? Я к тебе пришла, Саша. А вот этого делать не надо. А что же мне делать? Ждать, верить в лучшее. Я хочу тебя спросить, можно? Для этого я и здесь. Ты простила меня? Время лечит, Саша. А я не могу себя простить. Все когда-то ошибаются. А как ты меня нашла? По звездам, Саша. По звездам. Гуля! Гуля! Спустя уже почти полгода, пока, пытаясь Гуля. Забыть все домыслы и догадки касательно гибели человечества, особенно всемирный скандал, связанный с мошенником Меркурьевым,
Давайте трезво попытаемся осмыслить, почему обломок Солнца, угрожавший нашей планете, вдруг неожиданно остановился и по необъяснимым причинам резко развернулся и улетел в неизвестном направлении. Давайте обратимся к нашим экспертам. Эксперты всего мира так и не пришли к единому мнению. Несостоявшееся падение обломка от Солнца на Землю, по-видимому, так и останется загадкой истории. Твой ход. Кундеси. Сон Б7. Тебе шах и мат. Слушай, а что если твой солнцеотвод сработал? Да вряд ли. Да и как теперь узнаешь? И как называется эта штука? Это солнцеотвод. Он уже работает. Надо будет его на крышу спалить. Поможешь? Да, помогу. Пока меня не будет, ты посматривай за ним. Так, на всякий случай. Эх, если бы ты смог сделать машину времени, тогда бы мы узнали, почему кусок от Солнца не свалился на Землю. Они там в будущем, наверное, точно знают, что, как и почему. Что ты сказал? Они там в будущем все знают. Да нет, что-то другое. Машину времени. Точно. Стоит попытаться. Думай, Саня. Времени у тебя достаточно. Это верно. Я, конечно, не такой уж умный, но все же. Лёш, не получается у меня придумать машину времени. И что тогда делать? А мы отправим сообщение. Это единственный вариант из всех обдуманных. Гениально! Копать будем здесь. Как думаешь, уже прочитали? Не знаю, но я думаю, они ответят на наш вопрос. Почему кусок от Солнца не упал на нашу планету? Угу.
чего заколотился? Саня! Саня! Люш, заходи. Саня, ты чего? Тихо. Ты на улице ничего такого странного не видел? Да нет. Ко мне вчера шары прилетали. Какие еще шары? Светящиеся. Они сканировали меня. Ты чаю будешь? Ну все. Чеканулся. Тебе чай с сахаром или с вареньем? С вареньем. А может быть, ну ее, эту науку, а? Давай на рыбалку сходим. Развеешься. Наверное, уже можно. Сань, я тебе сейчас такое место покажу. Я там все детство рыбачил. Клюет. Ух. Саня, ты меня пугаешь. Тише. Сообщение из будущего. Должны его услышать. Прошу вас. Соединяйте. Отвечаю на ваш запрос. Причиной изменения траектории полета облака от Солнца является солнечный отвод. И заведенный Александром Викторовичем Меркурием, в честь которого установлен памятник на главной площади планеты. Многие поколения землян хотели бы выразить свою благодарность Меркурию за спасение Земли. Александр Викторович, они сейчас на наших частотах ждут вашего ответа. Мы ждем вашего ответа. Скажите, что-нибудь. Это говорит Меркуриев, изобретатель солнцеотвода. А шары ваши? Наши! Любви вам там, счастья, здоровья. Спасибо. Александр Викторович, вы нас, пожалуйста, извините за то недоразумение. Сами понимаете, все ошибаются. Если у вас есть какие-то пожелания, требования, вы скажите, мы все сможем, все исполним. За активное участие в действиях по спасению человечества. Жень, поздравляю.
А почему все не в своих классах? И вам пора, Александр Викторович. Я вас провожу. Я хочу извиниться перед вами за то, что я вас уволила, но вы сами виноваты. Безусловно. Я слышала, вас выдвигают на премию «Человек мира»? Да, это так. И все-таки я хотела бы, чтобы вы остались преподавать в нашей школе. Ирина Евгеньевна, жизнь продолжается. Преподавание – это мое призвание. Рада это слышать. А теперь ступайте в класс. Вас там ждут. Сергей Сергеевич, одну минуточку. Ну, хорошо. Ну что, Мира, как самочувствие? Хорошо. Как назвала? Машенька. А где отец? Гуля, я знаю, что у нас девочка. И зовут ее Машенька. Я нашел ошибку в расчетах. Гуля, я люблю тебя. Да она тебя не слышит. Гуля, я люблю тебя.